Еще раз. Yeah.
почему молчишь? Да, сказать надо. Базари. Давай. Мне тоже одна рука, да? Да, скинь красиво. Бросай. Вот, посмотри, держишь. Ногу ставишь там. То есть, а влезть туда надо. Молодец, какая. Я думал, что упадешь. Вот ты, есть оценка. Вот у него рука, он этой рукой берет заплату. Возьмите, не дайте этой рукой. Захватите руку и держите здесь. Так. Андрюха, покажи правую руку, левую. Вот это. Вот. Правую руку не держит заплату. Только левую руку. Группу убирай. Кто сейчас болевой сделает? Парты не может двумя руками защищаться. Можешь пояс не держать, просто кушки брал за парты. Вот. Молодец. Говори, Вазари, Матэ. Стоп, Макс, Матэ. Поправьте, пожалуйста, Макс. Да. Чуть-чуть сюда. Видишь, там угол. Мат, мат, который стоит вверху. Чуть-чуть угол такой. Но не так сильно. Тот открывает. Вот так. Снизу рука должна быть. Вот Макс, стоп. Макс, Макс. Да, он не же тебя. Есть, все. Ну, слышишь, ну скажи.
Ты
Максима. И вы уже знаете, какой бросок. Там, бросок ты делаешь. И вы уже знаете. Там, защита такая. То есть, я должен бросок назвать чем-то именем. Вот Артур. Да? Есть у него коронный прием, который он может... Он может не выиграть, но он сделает его вклад. Он отрабатывает его. Не знаю, пока. Куда она, например? Хорошо будет. А коронный бросок какой? Непонятно. У Максима тоже хороший парень. Какой бросок коронный? Уже нет. Вот я могу сказать, бросок через грудь, Катерина. Да. Вот он очень часто делает бросок через грудь. Значит, ему нужно ножки подкачать, ручки, спинку, чучело сделать, и чтобы он еще через грудь побросал. Вот единственный человек, который я знаю, он делает часто бросок через грудь. Из-за того, что он физически слаб, он защищается, расслабляется, а он хорошо в обратную сторону бросает. И броски у него идут в базаре, и он часто. Вы поняли? Поэтому еще раз. Построились. Мальчики, построились. Сюда, сюда, сюда. Ближе встали, построились.